Первый, второй. Нас мало, но мы зеленые. Сегодня прекрасная погода. Плюс 10, ветер, дождь. Все, как мы любим. И то есть вся погода шепчет только о том, что надо ехать куда-то побухать. Точно. Да? Да, мы едем втроем. Чем быстрее у тебя проходит процесс ферментации... Едем. Я тут просто Юрию объясняю, как вино получается. Он его пьет, но не знает, как оно получается. Из винограда, короче, такие ягодки. Он до сих пор думал, что вот оно просто вот откуда-то берется, из ниоткуда. Появляется и в холодильнике, да. Да, вот бутылку пустую ставишь, холодильник высовываешь, а там уже вино. Да. В лучшем случае. В худшем даже боюсь предположить, что. Так, вышли. Уже скоро мы придем на первую точку. Мыска круг. Улыбаемся. Как дела? Отлично дела идут. Натуралист. Трамина пробует. Отлично. Трамина пробует, да? Натуральное вино. Ребята, смотрите, отлично. Вот самое главное, винодел называется круг. И поэтому по этому поводу я спою песню. Весна опять пришла. Мне, кстати, даже не бритость соответствует. И лучики тепла. Там заманчиво глядят. Мое окно опять защемит грусть. И в душу влезет грусть. Зачем же он, сука, залез мне в грудь? Так, заходим. Вы пришли? Где вас? Что, съемка? Пошла съемка? Два. Ребята. Мы пробуем сейчас шамвай. Мы залезли в какую-то. Мы залезли в какую-то там реально. В подземелье. Но мы никого больше нет. Ну здесь так страшно! Мы выжили. Вообще. Мы с трудом пытаемся пить. Ребята! Пьем чем. Так, ребята! Мы пока при памяти, мы идем дальше. Ура! Вообще все хорошо пока! И вообще все замечательно, потому что мы молодцы. Друзья, вот я вот сейчас смотри, культурный человек сейчас что-то скажет. Давайте. Говори, культурный человек. Ну, ты тоже культурный. Да. Во-первых, Сережа до этого был, знаешь, вот это вот. Мы здесь. А сейчас он же, ребята, это значит что? Значит, мы доходим до кондиции. Ребята, ребята, хорошее вино. И погода не жаркая. Всем привет. Да, заходим сюда. Вот выходит, ура! Выходят на арену силачи. Эх! Не ведая, что в жизни. Вот и вы? Ура, ребята, мы хорошо они стоим. Они подковы гнут. Мы идем дальше. У нас пока все хорошо. Мы молодцы. И цепи рвут движение. Так, ребята, мы съели сейчас булочку с этим, как по-русски называется, хуйня. Либеркезе. Ну, короче, либеркезе по-русски он сказал, да. Это либеркезе, это называется, короче, колбаса печеночная с сыром. Вот. Печеночная колбаса с сыром. Стоит, блин, 2,20. В Вене такая хуйня стоит всего 4,50. Не всего, а до хера, короче. Что? Да, Дима, скажи. Во-первых, вкусно было? Во-первых, перевод неправильный. Как неправильный?
Это ну, леберки, да? Печеночная какая-то херня. Сейчас он дожрет, подождите. Мы ждем, пока он дожрет. Давай, дожирай быстрее. А ты музыку наложишь, покажешь? Конечно, да. Музыка пошла? Сильно. Ну что? По-моему, называется это... Подожди, называется, по-моему, на светом. Ну, сам не знает, как называется. Нет, в этой, блядь, Австрии ничего не знает, как называется. Это в Либеркезе, по местному, у нас называется, по-моему... Как? Колбасный сыр, может быть, нет. Колбасный хлеб. Колбасный сыр. Колбасный хлеб. Короче, кто знает? Ребят, это был Либеркезе. Который знает. А если люди не знают, то как объяснить им? Ну подготовился вообще, какой-то сначала первую лекцию там закинул. Ну, конечно, да, естественно, ни хера не знаешь, блин. Все, ребята. И почему вы вот Серега лучше бы на Юру бы. А знаешь, как он говорит? Юр, как тебе вкусно? Ну, да. Что? Че? Слышал ли? Так он сказал. Вот. У него самое интересное интервью. А у нас пока хоть дикция налажена. Ну пока. Да. Недолго осталось. Фисях. Окей. Газ пошел. Что это? Получается 300. Так и так. Ребята, у нас пока не пошел. Какой дел Кюрбиса? Ребята, у нас сегодня пока третье место, третья точка. Кого здесь? Уже пятая. Пятая точка. И шестой. Ну, уже, короче, точка у нас. И уже мы идем дальше. Дофига мы набрали. Ну, мы только чуть выпили, да? Дима, пока при памяти. Пока. Вы кто? Я не знаю. Мы сейчас идем дальше. Ребята! Ребята! Ну, значит, пока все хорошо. Ну, все хорошо. Пока. Если я могу сказать еще одно лишнее слово, помимо этих всех стандартных фраз. Да? Несмотря на то, что у нас все серое и такое, ну, прохладное, ну тут так хорошо, тут столько много наливают. У нас настроение вообще веселое. Бесплатно, причем у всех виноделов там по 10 вин. Нет, мы платим своей натурой. Приходится платить. Ну, я не знал на самом деле, почему у нас тут все хорошо. Почему? Серега выдал секрет. Оказывается, он, как говорится, проплатил аванс. Поэтому у нас все хорошо. Мы этим только наслаждаемся. Ребят, а где фьюд? Где чмо? Ребята, у нас сейчас пошел маленький дождь, но нам все равно, потому что нам уже все хорошо. Нам все равно, боимся мы волка и сову. Дело есть у нас самый душный час. Мы волшебную косим трен траву. Ура! Это вы? А вот и мы. Ты готов? Да. А уже это видео или что? Ну, еще идет? Идет. А за окном метель метет, белая красавица, а скоро полночь настает, а бар не закрывается. Ну, листья, нет. Хорошо. Так, нюхаем цветочки, нюхаем. Ну, мне кажется, не искусственно. Нюхаем. Нет, думаю, что натуральные еще. Че? Мне кажется, они это натуральные. Они мертвые. Да пофигу, нюхаем. Блядь, нормально. Че? Так, Юра, у нас дети ты слушают. Пищу, а ты будешь, блядь. Нормальные сухие. Ты блядь, нахуй, ебаный, ты в рот. Смотри. Нормальные цветы, блядь. Все. Дорогие друзья, если кто-то говорит слово «блядь», я к этому никакого отношения не имею. Ну, идем дальше, ребята. Скоро будет все хорошо. Пробуем дальше. Бюве! Ребята, мы сейчас пьем сорт, качественный сорт, называется Бувье. Его используют только для, как правило, для производства молодого вина. Это уже вино 24-го года.
Ребята, здесь наливают вообще трындец. Такие рюмки, это охренеть. Ребята, ну мы сегодня хорошо все попробовали, пока все. Но мы пока не расходимся. Я очень надеюсь, что Сережа, ну, так как он все-таки ведущий видеомонтажник, раскрасит это все не этими серыми красками дождливыми, а какими-то голубыми, солнечными, желтыми. Потому что вот внутри солнце и голубое небо. Снаружи, к сожалению, серое и дождевщик. Да. Но а как на улице? Но внутри вот просто... Я надеюсь, что Сережа раскрасит теми красками, которые есть у нас сейчас внутри. Мы за раскрас. Ура! Нас тоже хорошо. Да, да. Они поцеловались. Мы с Йоркой только что поцеловались, но вы этого не сняли. Так, ребята, мы идем на еще одну точку. Мы надеемся, что она будет открыта. Надеемся. Она будет открыта. Пусть скажи, она будет открыта. Ебать, перебить. Блять, ты заебал, нахуй, блядь. Так, заходим к Ласману. Мы проходим. Идем. Короче, смотрите, здесь не только ботинки есть. Видите, ботинки, да? Но здесь еще может быть наливать. Souvenir blanc und Weltschüttingen einer Kette. Ja, 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 eben sowas. Du kannst selber mit dem Traktor fahren. Ja, super. Hast du bitte noch einen Traktor? Das ist ein Workshop davor. So, proben wir das jetzt. Vielen Dank. Ich habe ein Souvenir blanc. Ich hoffe, das ist... Dankeschön. Ну что ж, товарищи, мы сегодня хорошо зашли. У нас сегодня последнее практически уже видео. Короче, мы уезжаем уже в Вену. Мы вообще молодцы, пока при памяти, и вообще все хорошо. И поэтому мы желаем вам прежде всего любви и всего самого наилучшего. А можно песню? И пошла песня, давайте. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, когда я счастлив сам, счастлив поделись с другим, да? Мы уже вообще уезжаем в Вену, у нас вообще все хорошо. И вообще мы замечательные, потому что сегодняшнее мероприятие прошло очень-очень хорошо. Снега падает очень-очень хорошо. И под ливнем, и под градом, если ты со мной рядом, это очень-очень хорошо. На. Мы сегодня очень много бухали в Логнице, и было очень хорошо. Мы уже закончим наше мероприятие. Вот мы возвращаемся один. Я хочу сказать спасибо всем товарищам. Кто-то зевает, это товарищ Юра. Да, и товарищ Дима. Они вообще молодцы, что поддержали меня сегодняшней компанией. Потому что они очень хорошие люди. Ура. Мы за них это выпьем. Я бы лучше не сказал. Ребята, за нас. Нет, Винер. А как его зовут там, блин? Друзья, мне тоже понравилось там же, тоже в таком же количестве. Ура. Мы уже уезжаем практически. Уезжаем. Короче, друзья, я уже хотел уже
уснуть, ну, просто проводит там. Блядь, Серёжа, он всем где-то достает вино и достает эти, блин, я не знаю. Не могу не присоединиться. Засиськи. Вином, да. Засиськи, да. Сиськи, не сиськи. Мы, ребята, едем из Нойштадта. Да. Там вообще до вина далеко. Но что туда идет? Да. Vorsicht beim Auf- und Einsteigen. Mein Begriff.